Пума. Пума – зверь осторожный. Только в последние годы биологи начали раскрывать секреты ее жизни и поведения. Обитает там, где больше дичи, есть свободная территория. Там она и гуляет, разумеется, сама по себе. Охотится днем и ночью. Пумы – звери-одиночки. Они сходятся парами очень ненадолго, исключительно ради продолжения рода. Звери искусно прячутся, избегают встреч с людьми, поэтому научное наблюдение за пумами – сущее наказание. Ловкая, подвижная, гибкая пума отлично лазает по деревьям и путешествует без страха по обрывам. Безбоязненно совершает прыжки с высоты шестиэтажного дома. Прыжок пумы очень красив и впечатляющий. Пума может подскочить вверх на 3 метра. Пума, как все кошки, как куротиска, часами вылизывает себя. Канадская пума встречается на территории США и Канады, Южной Америки. Пумы обитают в разных ландшафтах, на равнинах, горах, тропических лесах. Пумы ведут строго одиночный образ жизни, охотятся преимущественно по ночам. Хищники пытаются оленями, лосями, а также мышами, белками, опоссумами, птицами, рыбой, могут поедать улиток и насекомых. Период беременности составляет 82-96 дней. В помете от 1 до 6 детенышей, до 15-26 месяцев детеныши остаются с матерью. Половой зрелости достигают к 3 годам. В природе пума живет до 18-20 лет.